Вы смотрите обзор товара «Органическое удобрение Биоклад универсальный, 50 мл». Ссылка для покупки находится в описании под этим видео на YouTube. Для полива комнатных цветов, растений под корень и по листу. Биоклад – это народный, веками проверенный и миллионами людей многократно вносимый продукт жизнедеятельности живой природы, абсолютно новый вид комплексного удобрения защитно-стимулирующего действия для корневых и внекорневых подкормок. Представлены в виде концентрированной вытяжки из разных видов птичьего, перепелиного, индюшиного, а сегодня уже из помета питомцев российских звероводческих ферм. Биоклад легок и удобен в применении, адаптирован ко всем видам сельскохозяйственной техники, на вашем огороде, дачном участке и личном подсобном хозяйстве. Состав. Биоклад содержит все необходимые растениям питательные органические вещества, микроэлементы и стимуляторы. pH 6,8%. CN 7,15%. Влажность 93,95%. Органика – мин 70%. Гумус – сырой протеин – 25,30%. Азот – N – 2,6%. Фосфор – PO – 2,2%. Калий – Кей – 2,2%. Кальций – Као – 3,7%. Магнезий – Мг – 1,2%. Железо – Фей – 1,2%. Микроэлементы С, КК, НА, ГИ, МОКО, КР и ТИСИ. 19 базовых аминокислот. Преимущества и особенности удобрения. Повышает плодородие почвы, улучшает минеральный, органический и физический состав почвы за счет внесения органики и биоты, для которой она является питанием. Способствует активному размножению полезной микрофлоры и созданию устойчивого биоциноза почв. Преобразует минералы, находящиеся в почве, в доступную для растений форму, а значит в процессы питания. Повышает иммунитет растений, а значит сопротивляемость болезням. Позволяет минимизировать применение дорогостоящих химических средств. Удобен и безопасен в применении и воздействии на окружающую среду. Позволяет вырастить урожай без использования химикатов. Инструкция по применению. Растворите 7-10 капель концентрата в 1 литре воды и поливайте растения под корень. Или проводите внекорневые подкормки, опрыскивая этим раствором листья растений. Продолжайте опрыскивать до начала скатывания капель раствора с листьев. Если вы смотрите этот ролик на YouTube, то заказать товар можно по ссылке, которая находится в описании под этим видео.